Есть в России один человек, который хочет дойти до Пиренеев, даже перейти их. Почему один? Нас много. Вас много, да? Нет. Я слышу громко это от одного человека, которому... Есть в России один человек, который хочет дойти до Пиренеев, даже перейти их. Почему один? Нас много. Вас много, да? Нет. Я слышу громко это от одного человека, которому почему-то надо выйти на Атлантику. Ну, потому что он просто ко мне в передачу ходит. Ну, понимаешь, у тебя позиция странная. То ты приходишь приблизить себе эту Атлантику, нанеся удар по Западной Европе, она уходит под Атлантику. Океаны, у тебя плещутся эти волны рядом с нашими границами. Мне, товарищи, ты хочешь Сталина. Выйти на них, так ты же определись, так я определился, смотри, выходишь к Атлантике здесь, а пролив товарища Сталина там. И как раз очень удобно из Атлантического в Тихий проходишь да без всяких ты же проблем. Хочешь провести сейчас операцию «Париж или Нан», да, предлагаешь Макрону выбрать, да, свободный выбор, как им же я предлагаю. Даже провести национальный референдум во Франции. Не Посейдон. Посейдон у нас уничтожит Мелкобританию. А континентальную Европу мы уже будем другими средствами. Великобритания уже не является Европейским Союзом. Правильно, поэтому я и говорю. Поэтому этот островок мы стираем. Он всегда мешал. Это под воду все. Быстро-быстро. За 3 часа учимся дышать под водой. Мне думается, что... Мечта Сахарова должна сбыться.